Глава республики посетил производственный кластер изготовителей мебели, деревообработки и смежных отраслей Якутска. Там трудятся более 50 предпринимателей. По итогам состоялось совещание, где каждый из производственников смог задать вопросы и получить развернутый ответ. Отраслевики отметили, что необходима консолидация в целом, кооперация резервов и рабочих сил. Также указали на проблемы, связанные с нехваткой сырья в республике. В свою очередь Егор Борисов отметил, что в скором времени будет принято решение о налоговых льготах производственникам. Также планируется создать фонд с финансовой поддержкой предварительно в 1,5–2 миллиарда рублей. Надо кооперироваться. Кооперироваться по поиску потребителя, по расширению рынка. Вот с этой точки зрения, по-моему, наши производители сегодня согласились. А так, работа по поддержке, они понятны. Механизмы, они доступны. Единственное, вот в этом плане будем просто увеличивать сумму поддержки, создавая фонд по поддержке местного производства.